Хотите легко приготовить вкусную, аппетитную, ароматную и сочную грудинку на гриле? Тогда воспользуйтесь этим рецептом. Все настолько просто и быстро, а результат потрясающий. Грудинку можно запекать целиком в духовке. Варить, жарить на сковороде или готовить на гриле. При жарке на гриле грудинка получается невероятно вкусная, нежная, с ароматом дымка. Она просто тает во рту. Спешу поделиться с вами рецептом, как приготовить грудинку на гриле. Подготовьте ингредиенты. Разложите нарезанные кусочки грудинки. Посолите и посыпьте специями с двух сторон. Полейте небольшим количеством масла, выложите в миску. Оставьте на 30 минут. Выложите кусочки грудинки на решетку. Поставьте решетку на мангал. Жар должен быть хороший. Грудинка жарится очень быстро. Периодически переворачивайте решетку. Обжаривайте с двух сторон до готовности. Выложите на тарелку, подавайте с зеленью и овощами. Приятного аппетита!